на, явно не на улице. Нужно войти. Арслан, мне кажется, туда надо идти. А? Ну, такой ряд галантерейный. Блин, так уже открыто. Нет, у меня главное было запланировано. Когда остановимся, то паузу я. А, знаете, еще что здесь мне понравилось. Вернее, не то, чтобы понравилось, а кажется интересным, отличающимся от того, что можно везде. Ну, чисто тайское это или нет, но такие изделия тканные. Домашнего качества. И была одна интересная лавочка, где были такие в стиле точка собранные тканные штуки. Вот. Дом переносит жару. Ого, куда ёлка. Застучайся, да. Да. Ой, ну вот, только вот камера так долго включается. Тут хотела показать мимишные штуки. Да, интересно. Учились обычные штуки. Куда выйдете?
И мы этого халата мы уже проходили. Давай налево, пойдем налево. Налево. Этот халат мы уже проходили. Вот. Здесь это мы тоже видели, нюхали. Ой, классно. Ну, я не буду покупать наборы специй, потому что у нас практически все специи продаются в наших странах, в обычных пакетиках. Можно их собрать в коллекцию. Опа! Ну, что здесь? Вот фирма. Вот так, так, так. Так, что, куда? Ой, в тень. Мы здесь были, мы сейчас ходили или нет? Не знаю. Вот такую решетку мы не проходили. Так, ты мне оторвешь жопу. Попить чайку. Здесь, по-моему, все для интерьера. Ну, я тебе что и говорю. Смотрите, какие классные идеи для интерьера. Смотри, зарядка и ночник. Какой там? Такого промышленного. Какие классные идеи. Керамика такая. О, чей портфель? А вон, все без. Не узнаю. Вы слушайте, тут все такие арт-объекты. А? Это музей. На месте все бесплатно, бесплатная выставка. Как классно выпустили. Ну, вы извините, что я не так. Вот так. О, пойдемте смотреть дальше. Это хорошее место, куда мы попали. Прямо там мне нравится. Да. Техно. Это действительно арт-объект. Угу. Где телефон? В сумке. Собачка какая-то. Да, собака. Сучка. А я люблю вот такие картины. Yeah.
Ну почему не закрываешь? Сразу. Ну, я вот так встаю и там ни о чем не подозреваю. Пусть я только открыл. Ну, я-то отошла уже, я от тебя далеко стою. У меня сфотография. Руслан. В картину попадает тоже? Так, а теперь застегни мне сумку. The shape of market is like this. We are here now, the beginning of section 7, art section, the main road, main area, this direction. And we very close to access number 2, easy to connect underground or sky train. Right, this more information. Thank you very much. Teach me, where are you from? Russia. Oh, spicy bowl. Привет, привет. Can you tell me where is the On nail painting. Nail painting. คุณลิศแถวไหนก็แบบนั่งเขียนเล็บมั่งอ่ะเพ้นเล็บมั่งอ่ะอ๋อบ้านนี้อะไรที่ทำผมสีสีออกเลยวะโอเค follow me please А вы что, у него спрашивали? Ничего не спрашивали. So try around the clock tower area. So here, right? So you go this way at section 17, turn left around the clock tower area. All right. Okay. Bye bye. Bye bye. Пока. Okay, try around the clock tower. Спасибо. Какой-то любовник. А что это мы сейчас идем куда? Он же два пути нам показал. Так, давайте в тенечек. Вот салон. Блин, ты думаешь вкусно? Да, я люблю. Вот все ходят с такой. Давай. Всем по сосиске. Нет, мне не надо. А, не надо.
Арбуз будет? А какой-то вот... Не, ладно, я вообще пить буду. Где? Так, у нас питание кончается. Так, я пью этот коктейль. А? Да, говорила. Из клубники. Вкусный. Клубника такая замоченная, насыпанная сахаром, давшая сок, взбитая со льдом в блендере. Суперский напиток. Это вам свой блок. Показать то, что стоит снять, сели в... Ой, сели в... Выходим, это дорога. Короче, шли на рынок секонд-хенда. Запах стоит. Как в казарме. Это не было?